Егорка, кого выбираем? Гонщика, Райдера, Крепыша, Маршала, кого? Гонщика! Давайте опять гонщика. Гонщик! Вау, смотрите, это целая полоса препятствий, ребята. 3, 2, 1, вперед! Быстро нужно пробежать. Ага, вот так вот, смотрите. Так, через арочку препятствия быстренько-быстренько пробегаем. Ой, смотри, на колеса. Ой, как батутик прыгнул, смотри, как интересно. Ух ты, здорово. О, давайте через бревно, вот так вот. Внутри бревна пробежимся. Ой, как здорово. Егорка, перепрыгиваем препятствия, мы скоро будем на финише. Вот так, еще чуть-чуть. Вот это, конечно, гонщик молодец. О, уже финиш. Да. Давай, Петюня, Егор. Уровень 1 мы прошли, теперь уровень 2. Уровень 2. Егор, а давай теперь другого персонажа. О, давай, Эверест. Эверест? Давайте Эверест выберем. Так, Эверест на старте и готова уже бежать. Интересно, 3, она быстрее 2, прибежит, гонщика? Вперед! Побежали! Ого! Класс! Вот это быстро бегает. Да, она быстро бежит, смотри, как старается. Нужно через вот эти арочки пробежать, вот так, осторожно. Ой, смотри, какие у нас тут как пенечки высокие. Ух ты, как она высоко бегает. Смотри, прыгает. Вот это да. У нее супер классные прыжки. Вау, смотрите, ребята. Вот так вот. Класс. Гонщик так не умеет. Да, уже финиш. 3, 2, 1, финиш. Финиш. Отлично, Егор, давай Петюню. Мы справились. Остался последний, 3-й уровень. Уровень 3. Давайте же его пройдем. Может, давай выберем Крепыша? Нет. Давай выберем Зуму. Скай. Скай, давайте Скай. Выберем Скай. Отлично, Скай на старте. 3, ну что, готовы? 2, 1, вперед. Побежали, Егорка. Давайте быстрее всех пробежимся. Скай, молодец, давай, хорошо идешь. Ого, через дерево? Такого не было в прошлый раз. Прыжочек. Вот так. Ой, чуть-чуть промазали. Давайте, быстрее, быстрее, Скай, молодец. Отличненько. Как она быстро бежит, смотри. У нее хорошо получается. Вау. Пап, ну кто-то еще умеет, давай еще сразу. Давай, попробуем. А что она еще умеет, Егорка? Видел? Да, она прыгает очень высоко, классно. Так, мы уже подбираемся потихонечку к финишу, ребята. Скай, финиш! Да, Егор, давай Петюню, отлично! Мини-игра пройдена! Фантастика! Это новый рекорд! Да, смотри, она счастлива, она пробежала очень быстро. Ребятки, если вам понравилось видео, подписывайся на канал, жми палец вверх и пока-пока!